Здравствуйте, это программа «Услышать каждого». Меня зовут Ника Катина. Сегодня мы в Национальном театре встречаемся с участником межрегионального конкурса «Биркюн» с Айдашем Мангушем. Узнаем все подробности закулисья. Здравствуй, Сайдаш. В первую очередь я хочу поздравить тебя с тем, что ты уже, можно сказать, вышел в полуфинал. И, конечно, самый первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, что же это за конкурс «Биркюн», кто его организовал и во сколько этапов он проходил? Ты решился сам участвовать в этом конкурсе, либо кто-то направил тебя? Почему ты решился все-таки участвовать? Захотелось, так сказать, славы, или решил все-таки рассказать о Туве еще большему количеству людей? А почему ты давал такое слово? Неудачный опыт? Во время конкурсов, понятно, что вы все были рядом, участники. Удалось с кем-то подружиться, может быть, протянуть мосты дружбы между нашими регионами?
с дружбой вроде как понятно, все равно культура, она объединяет, музыка, танцы, это все объединяет. Что касается соперничества, чувствовалось ли оно или все проходило очень легко? А может быть, объединила конкретно этническая музыка, потому что чаще всего конкурсы объединяют все виды, все направления музыки, а тут конкретно этника. Как ты выбирал композиции, которые будешь исполнять на конкурсе? Были ли еще исполнители горлового пения, но уже не тувинского? Не хотелось чему-то научить или, возможно, даже научиться чему-то у него? Расскажи немного подробнее о песне, вот именно твоего, твоей, да, песни про маму, собственного сочинения. Она как-то помогла тебе? Возможно, ты чувствовал как раз-таки поддержку матери рядом с собой? Или вот просто спел, потому что есть, и решил исполнить? Eskin çerimde sanki pepeyir herne avan seni sanki pada çırın aldı herne. Почему именно традиционные лирические композиции? Ведь все-таки тувинская музыка, она не только лиричная, она есть и более подвижная, более яркая. Почему именно лирические композиции?
обучали ли вас какому-то актерскому мастерству, как вести себя правильно на сцене, как двигаться? Потому что вот ребятки, которые возвращаются с таких конкурсов, они явно становятся более живыми, эмоциональными, потому что все-таки как раз-таки тувинская музыка, она способствует спокойным, уравновешенным эмоциям, возможно, даже медитативному этому состоянию, но ребятки возвращаются более живые. Учили вас этому? Было ли тяжело вот именно поступать так, как говорит режиссер, поворачиваться туда, когда, куда нужно? Было ли тяжело? Ну, ты сегодня в том костюме, в котором выступал, принес ли он тебе какую-то удачу? Ты уже говорил, что финал приходится на наш Новый год. Веришь ли ты вот в этот знак? Возможно, он принесет тебе победу? Веришь все-таки в чудо? Да. А что нужно для того, чтобы чудо осуществилось? Нужно больше голосов или решение все-таки принимает жюри?
людей. Сплоченный народ, единый. Я могу показывать, да, то есть сплоченность. Но это только в Туве у нас 300 человек, а ведь очень много тувинцев уехали за пределы родины, возможно, да, голосуют и оттуда. Да, члены жюри выбираются из каждого региона, откуда приехал, собственно, выступающий. Кто поедет от республики? Поддержка ее тоже сыграет свою роль. Все-таки о твоих эмоциях. Вот конкурс уже, можно сказать, подходит к концу, и он начался очень давно. Какие эмоции ты испытываешь на протяжении всего этого конкурса? Спасибо большое, что ответил на все вопросы. Искренне, от всей души желаю тебе удачи, конечно же, победы. И уверена в том, что республика поддерживает тебя. Спасибо, Сайдаш. На этом все. Это была программа «Услышать каждого». С вами была Ника Катина. До встречи!